Хочу всех поздравить с юбилеем. И, честно говоря, я почему-то думала, что данному учреждению больше. Оказывается, вы еще настолько молоды. Поэтому каждому из вас хочется пожелать прежде всего здоровья. Здоровья, творческих успехов, понятных, понимающих родителей, которые должны стать вашими союзниками, и, конечно, талантливых, одаренных детей. С праздником, с юбилеем! Все когда-то случается впервые. Первая улыбка, первый зубик, первые шаги. Бегут дни, проходят года, и вот родители с небольшой тревогой, но верой в лучшее, отдают своих детей в руки надежных помощников, воспитателей. Внимание, внимание! Семья ищет таланты, призвание. Нужна супервоспитательница, отличная преподавательница. Классы затей, любящая детей, имеющая ума палату. И готовы работать за умеренную плату. Как думаешь, может такая появиться? Да разве чудо случится? Педагог лечит, трудно найти. Да, не все готовы за скромную плату работать с детьми. В этот вечер в адрес коллектива детского сада прозвучало много теплых слов и пожеланий. Первым именинников поздравил глава города Денис Семенов. Поздравляю вас с этим юбилеем, с 30 лет. Это действительно, наверное, такой переломный, да, этап в жизни сада, когда вы еще не молодые, и у вас достаточно хороший, такой сплоченный, дружный коллектив. В первую очередь хочу вам всем выразить слова благодарности всем работникам, которые, всем педагогам, которые трудятся над дополнительным образованием наших детей. Это действительно очень сложная работа, и так как вы ее выполняете с огромной любовью, с большой отдачей, приносит большие результаты, большие плоды, и сколько дало детей, сколько жителей города вышли из стен этого детского сада. Желаю вам процветания, успехов. Слова признательности и благодарности за столь важную и ответственную миссию – воспитание юного поколения российских граждан в адрес педагогов, воспитателей, нянечек, поваров – выразила помощник депутата областной думы Линары Семединовой. Уважаемый Денис Олегович, уважаемая Лена Михайловна, уважаемые ветераны педагогического труда, уважаемые воспитатели, разрешите мне от лица депутата Московской областной думы Самединовой Линары Раимовны и от себя лично поздравить вас с этой замечательной и очень значимой датой, с юбилеем. Хочется выразить огромные слова благодарности. Благодарности за ту добрую и теплую атмосферу, которая здесь создана. Я уверена, что когда дети сюда приходят, для них детский сад является вторым домом. От лица депутата Московской областной думы разрешите, Лена Михайловна, поздравить вас и вручить этот замечательный подарок. Лучших сотрудников дошкольного учреждения наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Почетным гостям рассказали о достижениях и успехах детского сада «Гнездышко». Это фотоальбом детского сада номер 41 «Гнездышко». На его страницах целая история. В далеком декабре 1987 года около школы номер 15 на пустыре выросло двухэтажное блочное здание. Это предприятие «Антиген» построило для детей своих рабочих новый типовой детский сад на 320 мест. Но самая большая гордость садика – это его выпускники. Всех хочу поздравить с этим замечательным днем, с юбилеем садика. Для меня этот садик родной, почти мне ровесник. Не зря мне родители отдали в год и два сразу в детский сад. Мне очень приятно поздравить. Здесь много знакомых лиц, добрых. Мои воспитатели есть, поэтому от всей души еще раз поздравляю. Долго говорить не буду. Елена Михайловна, очень хочу вас поздравить. Для гостей и любимых воспитателей малыши подготовили музыкальные подарки. Ведь для каждого педагога самая главная награда – это улыбки и радостные глаза их воспитанников, приходящих в родной садик навстречу новому дню и новым открытиям.
Детский сад – это такое место, где ребенок без пап и мам делает первые шаги в большой и интересный мир, учится общению и становится самостоятельным. И с уверенностью можно сказать, что в детском садике «Гнездышко» всем малышам по-домашнему тепло, уютно и комфортно.